И к другим темам. В Красноярске задержан мужчина, которого разыскивали больше недели. Его подозревают в действиях сексуального характера в отношении несовершеннолетней девочки. Сегодня ночью к следователям обратился мужчина, который накануне после просмотра вечернего выпуска новостей узнал в разыскиваемом своего знакомого. Уже через час сотрудники полиции нашли подозреваемого в своей квартире и задержали. Напомню, инцидент произошел 16 сентября в лифте дома по адресу Сергея Лазо. Мужчина, угрожая ножом, напал на школьницу, однако ей удалось вырваться. Был составлен фоторобот, а накануне в новостях ТВК мы показали кадры с камер видеонаблюдения, в объектив которых и попал подозреваемый.